Всем здорово, с вами это я, Эйдар, и сегодня мы поиграем в Наруто симулятор. Это как защитить башню от зомби. То есть это как защитить башню от зомби. Просто как игра. Ну только в Наруто. Я Наруто не особо смотрел, пальцем серию там. Первый выйдет. Я не помню уже сколько серий. Смотрел всего одну или ноль вообще. Я не помню. И короче. Я посмотрел в кратком виде. Ведь, ребят. 400 с чем-то серий невозможно посмотреть. Я просто, конечно, хотел, но, ребята, это же займет много времени, а потом я полгода не буду понимать, что же там будет. Ну, я, короче, посмотрела, думаю, что будет там Мадара, Обита, Итачи и так далее. И сейчас мы играем в эту великую игру, собираем колокольчик. Я даже не знаю, для чего он нужен. Они нужны, и я играю сейчас на изи сложности, на первом уровне, у меня уже 4-й левел. Я потом буду играть на нормале. И сейчас у меня вообще все хорошо. Хоть я даже один, мне даже слишком легко, мне даже лень их прокачивать, хотя у меня 9 тысяч. Здесь у меня стоит пару Наруто, пару обычных ниндзя. На максимал. На максимал, да, на максимал. Вот, смотрите. Вот эти шиноби, или как я не знаю, как их называют. Просто обычные люди. Они стреляют сюрикенами, а Наруто стреляет рассинганами. Или очень сильным сюрикенами. О, первый прибежал, наконец-то. Хоть кто-то прибежал первым. Давайте мы повысим. Этого Наруто повысим, вот этого... Так, супер, кто это? А, Накай, я не понимаю, кто это. Так, давайте проскипнем. Пока идет вообще все отлично. Я жду, когда же появится тут нормальный. Они такие слабые. Мне больше никого нельзя ставить, потому что я уже всех расставил. У меня осталось... Ну, смотрите, я даже базу свою не ранил, а у меня все равно все хорошо. Можно кого-нибудь поставить? Мне просто очень-очень сильно хочется. Колокольчики. Да! Вот 14 лет уже, 14 или 15. Непонятно, ведь все игры могут залагать. Да. У меня уже 5-й левел. Короче, жду, когда это все закончится. Что за лицо Наруто? Кстати, а вы знали, если так бегать, то вы будете бегать медлее, только вы будете меньше получать усталости. Да, вы знали, как это? Меньше будете получать усталости, если будете бегать медлее. Поэтому они так бегают. И чтобы пробежать более очень много. Что? Это кто? Нет, это не Забуза. Это не Забуза. Так, ладно, отстаньте. О, да, вот он едет. Колокольчик. У него очень много хпшек, поэтому я думаю, больше волн не будет. Что это? Кто это, Какаши? Да, это Какаши. Да, это вроде Какаши. Не, у него 2 шаренгана. У Какаши 2 шаренгана. Какаши 1 шаренган. Здесь, а почему у него 2 тогда? Не понял. 2 шаренгана, это незаконно. Кстати, там элит до сих пор нет. Всех перебили, остался только он. Ладно, я думаю, всех этих уже можно удалить. Просто удаляем. Берем стайку. Идем в стайку. Бадыщ. Бада-да-да-да-да-да-да. Ёкалмана. Бада-да-да-да-да-да-да. Бада-да-да-да-да-да-да. Ба-да-да-да-да-да-да-да. Все, мистер Какаш. Не знаю, кто-то. Это либо мистер Какаш, либо какой-то другой. Все. Мы выиграли. Че, 16-й еще будет? А,
нет, все. Так, ребята, все это закончилось. Тут Мадара. Здесь. Это тоже не знаю. Лучше, наверное, не знаю. Так, ладно, погнали. А? Что это? Стоп, давайте посмотрим. Что же есть здесь? Black Market. Какаша. Давайте посмотрим, что здесь. Камон. Что тут за Роблоксы? Это Роблокс? Да, это Роблокс. Вообще, это РБ вроде пишется. Самон. Я хочу... А можно просто... Забуза. Ладно. Кто? Я, это вроде бы, я не знаю, кто это, короче. Пэт. О, я себе хочу вот эту жабу. Девятихвостый демон. Это кто, я не знаю. Какая-то собачка. У меня есть? А, нет, у меня нет. У меня же написано 0 FPP. Шоп. Можно купить персонажа? Ладно, я хочу купить... В смысле? У меня хватает... А, нет. Вот этот, 700, это как раз изменить. А чё как тогда... О, кстати. А сколько? А, у меня 47. Ехал. Ой, это Итачи? Не Итачи. Вот это Джирайя. Это, короче, мои навыки в Наруто очень слабые. Я все-таки решил себе это открыть и даже не знаю, может мне выпадет Забуза или хотя бы он. Пожалуйста, он. А это кто, я даже не знаю. Если честно, я реально не знаю, кто это такой. Что это за чудик? Пожалуйста, Забузу. Ну ли... Сасуке, да. Он, конечно, крутой, но не особо, я бы вам сказал. Пожалуйста, СССР или Забуза? О, мне Забуза выпал. Отлично, отлично. Теперь присоединяю сюда. Инвентарь! Мне кажется. Я это просто так. Он ничего не умеет. Ну посмотрите, его здесь еще нету. Ладно, кого мы ставим? Саски. А, так. О, я хочу посмотреть домашний всякий. Ребят, что я понял? Здесь вроде бы либо он самый сильный, либо Саски. Я уже забыл. Давайте посмотрим инвентарь. Вроде Саски или он? Саски. Да, Саски здесь самый сильный. У него 3 звездочки. И я хочу с кем-то поиграть на харде. Почему бы и нет? Сейчас подождем. Хард или норма? Что? 50%. 40. Я Аннсан. А вообще вот здесь. Ой! Ну, Саски мне не нужен. Хард. Короче. Вот это время стечет, а когда я больше не понимаю. Пожалуйста! Ладно, никто не согласился. Короче, ребят, я буду говорить, когда наконец-то будет очень эпично. Мне нужен Саски. Он 80 стоит. Какой все-таки Саски? Как вам такое? 2 Забузы. Ну что, Саски, теперь ты справишься с ними? А, 1 Забуза хватит. Ненормально. Ну, 2 Забузы ненормально. Теперь надо. Так, ладно, я всех расставила, теперь надо их всех прокачивать. Ничего себе, сколько его прокачка стоит? Первый Саски. Как легко. Я даже всех не использую, как уже 15. Всем пока. Я прошел.